некоторых сериях, когда ему заняться нечем, начищает салфеточкой. Вот. Вот. Это можно все потрогать, к этому можно приобщиться, с собой уносить не надо. Да снимем, потом придете, все это можно будет разграбить. Сейчас нет. Можете посмотреть вот поближе, собственно, предпочтения актерские, актрисские, я бы сказал, персонажи. Сейчас здесь немножко прибрано, потому что эта комната, по большому счету, тоже универсальная. Она и мальчиков, и девочек. Меняются плакаты на стенах, переставляются кровати, и хоп, брюки превращаются. Шкаф без выгоды. Кровать Павла Прилучного. А я об этом и только мечтаю. Приходится каждый раз воровать у Маши ключи, заходить в комнату.